Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня у меня видео на тему рыбалка и сразу всем узнаваемый конверт от фирмы Беркинг. Здесь мне пришли новые воблеры. Как бы выпустили в продажу только в конце 2018 года. Можно их смело называть новинка 2019 года. Пришло мне 4 воблера и красивые наклейки фирмы Беркинг. Ну, теперь самое интересное, какие же пришли цвета. Мактайгер. Ну, цвета, все, что я хотел. Красота. Сейчас распакую коробочки и проведем обзор. Это реплика на Evergreen. Распаковал воблеры. Теперь рассмотрим поближе. Надпись на спинке Modo Custom, продукция Беркинг. Хорошее качественное покрытие. Хорошо покрашен воблер. Петли качественно сделаны. Хорошие острые тройники. Сразу же цепляются за пальцы. 3D глазки. Кому интересно, в конце видео каждый воблер будет снят на макросъемке. Хорошие рабочие цвета. Тяжело снимать обзоры зимой, что держишь воблеры в руках и очень хочется на рыбалку. Видите, очень шумовые. Довольно громкие воблеры. Он уже загнал тройник в палец, пока тряс. Глянцевое покрытие под мертвую рыбку. Покраска. Здесь уже прозрачные лопатки. Заметил, на глянцевых воблерах делают прозрачную лопатку, на матовых матовую. Вот такой вот кислотничек. Голубенькая спинка такая. На всех воблерах надпись имеется. Сейчас померим ради интереса размеры воблера от начала лопатки. До петли 14,5 сантиметров. Начало петельки 115 миллиметров. Как и заявлено на сайте производителя. Произведем взвешивание воблера. Восемнадцать грамм.
18 грамм весят данные воблеры. Сейчас проверим их на плавучесть. Как видите, воблер плавающий. Думаю, с поводком будет медленно всплывающий. Искупаем все воблеры. Ну, при широкой лопатке заглубление будет до 2-2,5 метров, так заявлено у производителя. Друзья, на этом буду заканчивать обзор. Кому интересно, можете в конце посмотреть макросъемку. Всех благ вам, вашим близким, ни хвоста и ни чешуи на рыбалке. До новых встреч!